Есть. Известно, тот человек, который жил на квартире на Воробьёва, квартира не тем хороша, что она очень близка была от самого Цезарева, что была рядом. Очень хорошая структура, развитые клубы, все заведения, все близко, везде. Сама квартира, я бы не сказал, что она большая, но с другой стороны, там все есть, и в этом есть большой урок. Там, в принципе, если один, то все, что нужно есть. И, по сути, разве что, если не считать новогодние цены, я бы, конечно, был рад, если бы она была чуть дешевле. Но, с другой стороны, не всегда так. А, вот, в общем, наверное, и все.